Уилмен объединит в себе черты как игр, так и фильмов. В этой игре вас ждут по-настоящему кинематографичные моменты. Иди на таран! Играя в Уилмен, вы почувствуете себя как будто в голливудском фильме про гонки. Езда на бешеной скорости, в том числе сквозь витрины магазинов, полицейские погони — все это у нас будет. Когда мы начали разработку Уилмен, то начали ее с поиска источников вдохновения. Например, идентификация Борна, где погоня на запредельной скорости очень хорошо смонтирована. Монтаж отлично передает темп событий, и вы чувствуете, будто сами несетесь по узким улицам. Потрясающие погони. Мы отсмотрели много сцен преследования в фильмах и разбили их на простейшие элементы. Мы сразу поняли, что хорошая погоня невозможна без сопереживания главному герою, без опасных преследователей, без других машин и пешеходов. Нужен скрип шин, скрежет железа, надо, чтобы все вокруг вас разлеталось. А в нашей игре будут все обязательные составляющие голливудского боевика с преследованием. Все это мы поместим в окружение виртуальной Барселоны. Дышащая жизнью Барселона. Моделирование виртуальной Барселоны мы начали с того, что расположили все достопримечательности на своих местах. Все они будут находиться там, где и в настоящем городе. Затем мы занялись остальной частью Барселоны и пригородами. Игрок, не вставая с кресла, почувствует себя как будто в настоящем городе. Под словами «дышащая жизнью Барселона» мы подразумеваем систему дорожного движения, смену времени суток, спешащих по своим делам пешеходов. Играя в Уилмен, вы увидите, что город живет своей жизнью. Вы сможете совершать преступления для развлечения между миссиями или даже во время миссий. Но имейте в виду, что полиция не спит, она попытается вас остановить. Вин Дизель. Главного героя игры, Майла Бьюрика, озвучивает Вин Дизель. Он сам увлеченный геймер, и это чувствуется в его работе над этим проектом. Когда мы с Вином совещаемся по поводу этой игры, то у нас возникают серьезные споры по поводу дизайна. Я и подумать не мог, что голливудская кинозвезда так хорошо в этом разбирается. Специальный прием «Циклон». Одна из особенностей Уилмен — это специальный прием. Мой любимый называется «Циклон». Он заключается в развороте автомобиля на 180 градусов с последующей стрельбой сквозь лобовое стекло по преследующей вас машине. Таким образом, можно повредить двигатель вашего оппонента, чтобы он потерял управление, порушил разные скамейки, торговые палатки или что-то еще, и взорвался. Битвы на автомобиле. Автомобильные битвы — одна из самых замечательных и уникальных особенностей игры. Вы сможете атаковать машины, которые едут рядом с вами или пытаются вас подрезать при помощи правого стика на геймпаде. То есть вы управляете с помощью левого стика, тормозите или разгоняетесь и тараните ближайший автомобиль, чтобы он, слетев с дороги и врезавшись во что-нибудь, стал помехой движения. Таким образом, вы сможете создать дорожную пробку, чтобы оторваться от преследования. Безумец. Уилмен начинается с миссии под названием «Фрэнтик». Безумец, она соответствует названию. Произошло ограбление банка, а ваша задача — отвезти преступницу в безопасное место. Никакого разогрева у вас на хвосте, сразу оказывается куча полицейских, а вы понятия не имеете, куда ехать, потому что еще не знаете город. Быстро, быстро, быстро! Мы вложили весь свой талант в эту миссию. Нашей задачей было сделать ее доступной, но в то же время захватывающей. Думаю, это замечательная прелюдия к игре. Полицейская погоня на большой скорости. В ней много великолепных кинематографичных эпизодов. Это потрясающе скоростное, действительно безумное начало для Уилмен. Это классно. На трамплин! На трамплин! Ждите осенью 2008-го. Уилмен.